Детективная история с незаконной врезкой закрутилась возле здания в центре города по улице Киевской из-за задолженности более чем в 500 000 рублей. Подачу тепла в помещение специалисты советского тепловодоканала ограничили еще в апреле, сделав надрезы на трубе. А уже в сентябре коммунальщики были удивлены пропажей ресурса и ювелирной работой неизвестного мастера. 5 сентября этого месяца мы вдруг обнаруживаем, что наши надрезы заварены, и то есть владелец этого помещения, собственник, пользуется теплом. Вот, поэтому то есть был составлен акт, вот, было сфотографировано то, что здесь произошло. Вот, и, значит, после этого было доложено директору, и наш руководитель принял решение обратиться в правоохранительные органы для расследования, кто... То есть самовольно, то есть произвел вот эти работы. Это делал очень профессиональный сварщик. То есть поймите правильно, что здесь нужно определенное оборудование, то есть определенное время. То есть это ни одному человеку не под силу. То есть это этим занималось 2-3 человека, скорее всего, то есть кого-то наняли. Однако после этого детективная история приняла новый поворот. Работа мастера сварки и резки по металлу чудным образом снова появилась на той же трубе в виде новых надрезов. Наш специалист приходит для того, чтобы опломбировать краны, чтобы опять не было самовольного открытия. И вдруг мы обнаруживаем, что сделаны еще дополнительные надрезы. Наши специалисты этого не делали. То есть происходит какая-то детективная ситуация. Сначала наши надрезы заваривают, потом кто-то специально опять надрезает. Люди, которые этим занимаются, хочу предупредить, этого делать нельзя. Это уголовно наказуемое преступление. В детективной истории незаконной врезки теперь разбираются в компетентных органах, а коммунальщики в очередной раз просят жителей, имеющих задолженность за потребленные ресурсы, оплатить долг в ближайшее время, иначе на основании российского законодательства подачу тепла и воды потребителям-должникам планируют ограничивать, а тем, кто не может одним разом погасить долги, коммунальщики дают возможность оплачивать услуги постепенно, предлагая заключить договор о реструктуризации. Гала Рублевская, Андрей Кумышев, телеканал «Первый советский».